Опасные виражи и фатальные падения. Мегалада открыла зимний сезон по мотогонкам на льду. В Автограде прошел первый финал личного первенства страны. За спортсменов тольяттинского клуба болела Ирина Громеза. Зрелищные и опасные. Мотогонки на льду гарантированно обеспечивают небывалый прилив адреналина как спортсменам, так и болельщикам. На треке СТК имени Степанова в Тольятти встретились 18 лучших гонщиков страны, чтобы выяснить, кто быстрее и бесстрашнее. Спорт высоких скоростей, как известно, ошибок не прощает. В 17-м заезде уже у самого финиша происходит фатальное столкновение. За пересечение синей линии и опасную езду дисквалифицированы два спортсмена, представляющие клубы городов Уфа и Луховицы. Борьбу продолжают 16. Среди фаворитов гонки – тольяттинцы Игорь Кононов и Даниил Иванов. Однако им не удается угнаться за лидером. Лучшие результаты по итогам двух соревновательных дней демонстрирует уфимец Николай Красников. Опытный именитый гонщик, ранее он заявлял, что прекращает выступления в личных чемпионатах, но все же решил принять бой в этом сезоне. Хотелось немножко поднять дух своей команды, показать примеры юным бойцам нашего центра технических видов спорта. Вот, выступлю в личном чемпионате России, в командном чемпионате России. Вот, а потом все остальное время я на трибуне. Заключительный этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Уфе в январе 2015 года. Так что у спортсменов «Мегалада» есть шанс взять реванш. Ирина Грумеза, Борис Кислицын, новости губернии, Тольятти.